Марш выживших в Голливуде. В Лос-Анджелесе на улице вышли жертвы сексуального насилия. 300 человек прошли маршем с плакатами и баннерами. Митинг, переросший интернет-флешмоб «Я тоже». Женщины начали признаваться в случаях насилия над собой. Посты с рассказами о сексуальном насилии перетекли в уголовные дела. Обвиняют Кевина Спейси, Чарли Шина и Харви Вайнштейна. На голливудского продюсера подали иски уже более 50 актрис. Если верить лозунгам, звучащим на марше, это только начало. Каждая женщина, которую я знаю, подвергалась сексуальному насилию. Меня насиловали. Надо мной несколько раз издевались из-за того, что я женщина. Это вгоняло меня в депрессию. Я всегда старалась рассказывать эти истории, и это замечательно, что теперь женщины не боятся это обсуждать. Моя мама написала мне в Facebook о собственном негативном опыте. Мне было тяжело читать ее пост, но я была горда за всех нас. Потоптались участники акции и на аллее звезд. Дольше обычного простояли на плитах Кевину Спейси и Трампу.